В Олимпийский год без олимпийских символов никуда. Тем более, когда до игр остается всего несколько дней. В комплексе «Металлист» торжественно открывают чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике. Удачи юным звездам спорта желают медведь, рысь и заяц – символы сочинских игр. И не просто удачи, хотят зарядить всех без исключения олимпийским духом. Разный возраст, разные программы, яркие костюмы, уровень подготовки – тоже у всех разный. А вот чей превзойдет ожидания и тренеров, и самих спортсменов, станут чемпионами. А мячи настроены серьезно. Есть такие, авторитет которых, безусловно, добавит несколько сотых к итоговой оценке за выступление. Омских спортсменов я знаю достаточно давно, уже будет, наверное, 9 лет. С тех пор, когда ваши спортсмены впервые стали чемпионами Европы в Греции, я выезжал в качестве руководителя на эти соревнования. Вот, и Саша Барлебин, Настя Горбатюк как раз и достали чемпионами Европы. И поэтому, ну, где-то в какой-то степени я стал их крестным в этом смысле. Поэтому ребята были прекрасные мастера, которые потом уже через 3 года стали чемпионами мира в Шотландии. Для меня это, скажем так, большая честь. Вот поэтому я давным-давно знаю этих ребят, не только их, но еще Татьяну Васильевну Степкину, с которым мы достаточно давно тоже дружим, общаемся. Поэтому, в общем-то, мой приезд сюда не случайен. Спортивная акробатика. Ребята соперничают в том, кто четче выполнит комплекс прыжковых и силовых упражнений, где нужно умудриться не просто все выполнить без сучка, без задоринки, при самых сложных комбинациях сохранить равновесие. Спортивная акробатика делится на 5 видов. Женские, мужские, смешанные пары, женские группы по 3 человека и мужские четверки. Мне кажется, самое это зрелищный вид спорта. Пирамиды, подкидывают верхних, это тоже красиво. Лучше, чем цирк. Омская область принимает сильнейших спортсменов Сибири. И уже не в первый раз. Опыт проведения турниров такого уровня у нашего региона высокий. Доверяют нам отбор самых талантливых акробатов. Мы эту планку, которую сами себе поставили, держим, выдерживаем. Я буду, наверное, уверенно скажу, что и дальше мы готовы это бремя проведения соревнований любого уровня нести и нести их с удовольствием и на высоком уровне. 175 участников. Перед арбитрами непростая задача. Нужно не пропустить тех, кто сможет зажечь судей и зрителей Европы, мира. Чемпионаты первенства Сибири – отбор, как выражаются сами спортсмены, на Россию. В 2 этапа пройдет он. Первый будет в Воронеже с 17 по 23 февраля, второй – в Ярославле с 14 по 17 марта. А вот финал всего этого акробатического действа на чемпионате России 1 апреля. И тут хоть верь, хоть не верь, но по тем результатам, что показывают омичи, быть им в сборной. У нас как бы в женских парах мало соперников в СФО. Ну, Норильск, Красноярск. Уже посмотрел соревнования сегодня и уже отметил ряд составов, которые действительно ребята, особенно вот 11-16 лет, я посмотрел, которые занимаются, как я выяснил сегодня, буквально 2-3 года, не более, но показывают уровень очень высокий, очень высокий. Я думаю, эти ребята способны даже отобраться на чемпионат мира в этом году. Первенство для юных, чемпионат для взрослых, победа для сильнейших. По итогам 3-дневных состязаний команды Омской области выполнили свою задачу. Наши спортсмены заняли 2-е место в первенстве Сибири и 1-е на чемпионате. Чуть больше 2 недель есть у ребят, чтобы отработать до совершенства свои номера. Их ждет 1-й отборочный этап чемпионата России.